Я хочу приветствовать вас тем приветствием, которым Иисус приветствовал своих учеников после своего воскресения. Мир вам! Я верю, как и в то время это приветствие было очень необходимо ученикам, так, может быть, и кому-то сегодня, или тому, кто смотрит, может быть, по трансляции. Это очень важно, чтобы мир Божий пришел в вашу жизнь. И пусть это будет не просто слова, пусть это будет то Божье обетование, Божье обещание, которое прозвучало в вашу жизнь. Прежде чем мы будем молиться, я хотел бы прочитать короткий отрывок Священного Писания, который у меня был на сердце на этой неделе, о чем я размышлял. Глава 6 Евангелия от Матфея, это Нагорная проповедь, 19 по 21 стихи. И там сказаны такие слова: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вот особенно этот последний, 21 стих: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Казалось бы, очень простые и понятные слова, но, читая один из современных переводов, мне понравилось, как там было перефразировано, и там было сказано, что то место, где ваше сокровище, это то место, где вы более всего хотите находиться, и это то место, куда вы однажды придете, рано или поздно. И мне понравилась вот эта мысль и объяснение, может быть, вот этого текста. Да, там, где наше сокровище, там пребывают наши мысли, там пребывают наши желания, туда все наши устремления, все наши мечты. И рано или поздно, или скорее всего рано, мы устремимся и придем туда, где находится наше сокровище. Если наше сокровище – это финансы, мы будем бежать на работу, мы будем бежать туда, где мы можем приобрести финансы. Если наше сокровище – это новая пара, может быть, штанов, мы туда домой будем бежать. Даже если наше сокровище – дети, мы будем думать о наших детях или о нашем супруге, мы будем устремляться туда своим сердцем, и мы будем туда направлять свои ноги. Почему я об этом говорю? Я размышлял над тем, почему мы приходим или не приходим в Дом Божий. Почему мы приходим или не приходим на молитвы, на какие-то, может быть, мероприятия. Я верю, что там, где наше сокровище, там туда устремляется наше сердце и туда устремляются наши ноги. И я хочу верить, что мы здесь не потому, что мы, знаете, по привычке, по обыкновению пришли, или потому что нам сказали, или потому что кто-то, может быть, каким-то образом вынудил. Я хочу верить, что мы здесь, потому что наше сокровище на небесах, наше сокровище в Боге. И нас влечет туда, где Бог, нас влечет туда, где Его присутствие. И прежде всего наше желание, прежде всего наши мечты, наши устремления, а потом уже и тело, и дух, и душа, все влечет нас в Божие присутствие. Поэтому вот начиная с этих слов и с этой короткой мысли, я хотел бы направить наши взоры и наше понимание на то, что мы пришли туда, что, где находится тот, кто более всего дорог для нас. И я верю, что мы здесь что-то можем приобрести, мы можем вынести. Это не то сокровище, над которым кто-то чахнет, кто-то прячет где-то. Но приближаясь к Богу, мы получаем что-то для себя, мы обогащаемся, и мы уходим, как получившая, написано, великую прибыль. Давайте помолимся, благословим это служение. Дорогой Небесный Отец, мы пришли сегодня, Господь, в Дом Твой. Мы пришли сегодня в Твое присутствие. Мы пришли, чтобы увидеть Себя, чтобы ощутить Себя, чтобы, Господь, соприкоснуться с Тобой.
И может быть, кто-то пришел сюда, имея, Господь, какое-то смятение в своем духе. Может быть, кто-то пришел, имея тревогу и смущение в своем сердце. И пусть Твой мир придет в эту жизнь, придет в эту душу. Дорогой Господь, посети это богослужение, Господь, Твоим присутствием. Господь, я верю, Господь, мы не пришли, потому что так должно, мы не пришли по обыкновению, но наше горячее желание встретиться с Тобой, наше горячее желание увидеть Себя, ощутить Себя, Господь, пережить Твое присутствие, принять Твои откровения в нашу жизнь. И мы, Господь, уповаем на Тебя, мы доверяемся Тебе, и все это богослужение вверяем в руки Твои святые. И просим, Господь, благослови от первой секунды до последней, и далее, Господь, пусть Твое присутствие, пусть Твое помазание, пусть Твое величие и слава будет на этом богослужении. Дорогой Господь, благослови группу, которая будет служить пением. Благослови нас, Господь, чтобы мы не размышляли о чем-то постороннем, но всей душой и всем нашим духом присоединялись в этом пении и славили Твое святое имя. Благослови, Господь, деток, которые будут служить сегодня. Господь, пусть с этого раннего возраста, когда они служат народу Твоему и служат Тебе, Господь, благослови, чтобы они познавали Тебя, чтобы они узнавали Тебя как своего Господа и Спасителя. Благослови братьев, которые будут делиться Словом. Пусть Твои откровения звучат, пусть Твое помазание, Господь, и Твое Слово проистекает через их уста. А мы все это богослужение вверяем в руки Твои святые и просим, Господь, веди, Господь, Твоей рукой, Твоим великим присутствием, а Тебе да будет слава, честь и хвала во имя Иисуса. Аминь. Будем славить Господа. Господь наш превознесен на небе.
Господь, мы благодарим Тебя, что Ты воскрес, Господь. Ты умер за наши грехи, и Ты воскрес, Ты победил ад и смерть, Бог мой. И мы благодарны Тебе, что Ты однажды воскрес в наших сердцах, Бог мой. Что к нам в жизнь пришел этот свет, свет, ведущий к Тебе, Господь. И мы обрели эту радость, мы обрели эту победу, и мы благодарим Тебя, Бог мой. Мы прославляем Тебя сегодня. Ты достоин всей славы, всей чести, поклонения, Господь, и благодарности от нас, Бог мой. Дай нам сегодня в этот вечер приблизиться к величию Твоему, Господь. Дай ощутить Твое присутствие, Господь. Увидеть славу Твою, Бог мой. Благослови, Господь. А мы прославляем Тебя. Мы величаем Тебя. Мы поклоняемся Тебе, наш Бог. Аллилуйя. Субтитры сделал DimaTorzok.
Христос воскрес! Наш дух действительно поет Господу, и это изнутри нас исходит. Это не просто желание нашего сердца, это не просто песнопение, это славословие. И я рад сегодня, что мы можем поклоняться нашему Господу вместе. Можно присаживаться, благодарим группу. И нам сегодня также хотят послужить наши детки, они также хотят славить Христа воскресшего, поэтому будем внимательны к той хвале, которую Господь устроил из их уст. Из страны далекой птицы уж летят, весело щебечат, людям говорят. Люди, пробудитесь, к нам весна идет, а с весной и Пасха радость нем несет. Радость, что из гроба наш Спаситель встал, детям он и взрослым избавление дал. Воспевайте, люди, наш Христос воскрес, есть спасение людям и надежда есть. Радость спасения Иисус нам дал. Аллилуйя, аллилуйя, Он на Голгофе за нас страдал.
стащил мои кроссовки? Дима спрашивал у Вовки. Это ты посмел шутить? Видно, хочешь получить. Я не брал твои кроссовки. Слезы потекли у Вовки. Рукавом утер нос. Может, это сделал пес? Ладно, ты иди пока. Принеси сюда щенка. А иначе сам найду. И тогда не пощажу. Вот задача, так задача. Бедный Вовка громко плачет. Ах, бедняжка, песик мой. Что он сделает с тобой? Вовкин голос слышит пес, прыгнул, лижет прямо в нос. Нет, тебя я не отдам, лучше пострадаю сам. Очень грустно стало Вовке. Он не трус, несет кроссовки. Дим, возьми, меня набей, а собаку пожалей. Хмурит брови старший брат. Вовка, ты не виноват. Дай проказника сюда, а не то тебе беда. Расхрабрился Вовка вдруг. Не отдам, ведь он мой друг. Хочешь, накажи меня. Не отдам тебе, дружка. Дима рядом с братом сел. Я смотрю, ты, Вовка, смел. Всю вину взял на себя. Одобряю я тебя. Ведь спаситель нам с тобой дал пример любви большой. За виновных пострадал, людям верным другом стал. Улыбнулся старший брат, Вовка тоже очень рад. А щенок не унывает и с кроссовками играет.
Слава Иисусу Христу, братья и сестры, благодарны деткам нашим, что подвеселили нас. Знаете, хочу вас также приветствовать этим приветствием христианским. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу, присаживайтесь. Знаете, однажды Иисус говорил своим ученикам, что многие пророки мечтали видеть то, что вы видите, и не видели. Но блаженны, кто не видел, но уверовал. О ком это, братья и сестры? Аллилуйя! Слава Богу, это про нас. Да будет счастье, да будет радость на сердцах наших. Потому что это высшее блаженство. Это действительно в эти пасхальные дни мы вновь и вновь можем пережить это прикосновение к этой великой радости. Знаете, когда однажды еврейские пастухи сидели у своих стад, держали ночную стражу, внезапно явилось многочисленное небесное воинство, славящее и хвалящее Бога, и возвестили, да, великую радость, которая дана всем людям. И давайте откроем Матфея, 28 глава, 8 стих. Евангелие от Матфея, 28 глава, 8 стих. «И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и вот Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему». До этого места. Аминь. Сколько прекрасных слов о том, какое состояние нашего души и сердца должно быть внутри христианина. Знаете, что состояние радости и счастья – это добрая наша черта христианина. Светлые, открытые наши лица, как знак принадлежности к спасенному народу. Что мы другие люди, мы измененные. Знаете, иногда так на работе о чем-то задумаешься, идешь, и ко мне подходит, не раз и не два так было: «Слушай, что у тебя случилось?» «Да ничего». И я понимаю, что люди боятся моего лица, когда я такой напряженный весь себе, ну, потому что чаще они видят, ну, радость, а тут вдруг раз и паник. Или как однажды одного брата встретил, давно я его не видел, и случайная встреча, я говорю: «Ну как, брат, слушай, давно тебя не видел, как ты поживаешь?» А он радуется, его лицо светится. Я говорю: «Знаешь, больше я вопросов задавать тебе не буду. Все в порядке, аллилуйя». И он говорит: «У меня на работе люди, которые наблюдают за мной, они сильно внимание обращают на мое лицо. Это для них как знак, что я с Богом, у меня внутри, в душе живой Господь». Аллилуйя, слава Ему, благодарение. Так да будет в наших жизнях, чтобы мы замечали, что на сердце, то на лице. Аминь. Благослови Господь нас. Светлое Христово воскресение. Свет Христового воскресения в нас да пребудет. И причем так пребудет, как говорил Иисус Христос: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Есть такая песня: «Воистину воскрес, и легче дышится». Хорошо, слава Богу нашему. «Воскрес», мне говорит ребенка взгляд. Я сейчас смотрел на детский хор, я внимательно смотрелся в их лица. Там не было задаченности, там не было печали, грусти. И думаю, что в них есть такое, чего нет в нас? Будьте как дети. Аллилуйя! Да поможет нам в этом Господь. Знаете, на этой неделе было таких две темы, о чем молиться. Это за воскресение, за Пасху и о благовестии, потому что главные вопросы. И вот я так думал, что легко говорить о радости, благовестие уже серьезнее. Тут уже надо с примерами, надо что-то... И я так думаю, ну, какую часть выбрать, на чем построить свою проповедь? И потом понял, что одно вытекает из другого. Нельзя разделять. Пусть будет вместе. И я сейчас приступаю ко второй части. Знаете, когда мы перед Пасхой вспоминаем страдания Иисуса Христа, есть такие слова, что «твой крест
на подвиг души, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Иисус сделал этот подвиг. Мы принимаем, мы понимаем, мы живем этим, мы вдохновлены этим, это наша жизнь. Крест Христовой любви. Но и мы поем псалом, пусть твой крест и мучение на подвиг вдохновят меня. То есть и есть то, что должен сделать я, какой-то подвиг. И я так задумался, ну что я могу сделать, да? И сразу же вспоминается, что это исполнить великое поручение Иисуса Христа. Это важность великая, необходимость, это нам важно понять и осознать. Потому что это, знаете, когда мы часто нам говорят, что, и мы знаем, люди набожные, люди слышали о Боге, они, может, и представляют Его как-то по себе, но они набожны в большинстве своем, но мало кто знает об Иисусе Христе. Когда мне, я такое слышу, мне сразу вопрос, неужели? И значит, я понимаю, что я не до конца что-то сделал. Понимаете? И наша цель и задача – рассказать людям об Иисусе, а еще лучше показать Его. Люди – материалисты, им нужно потрогать, пощупать, попробовать. И если мы, как спасенный народ Божий, и наша жизнь – это пятое Евангелие, это то, к чему они могут прикоснуться. И я сразу задаю себе вопрос, а какой я на вкус? Или же по-другому, как я пахну? В смысле, не в смысле мой запах, а как я благоухание, познание Христова распространяю собой на всяком месте? Слышат ли люди, осязают ли мое христианство? Или же, можно по-другому сказать, сколько весит мое христианство? Насколько оно такое, знаете, фундамент твердый? И сразу вспоминается Валтасар, да? Как ему сказали, ты взвешен на весах и найден очень легким. Это уже серьезное предупреждение. Поможи нам, Господь, чтобы пока еще есть время, мы обратили внимание на эти слова, мы задали себе этот вопрос. Знаете, есть хорошая песня, которая мне нравится. «Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты». Там многие слова, но в конце. «Но чтобы в ней среди служить Ему и в жизненном хождении в себе самом Христа отобразить». То есть это уже моя часть работы и моя задача. Чей образ в нас видят на работу? Я говорю себе, вы говорите себе. На кого я похож в своем доме? Как отождествляют меня мои домашние, с чем или с кем? С кем сравнивают меня окружающие? Знаете, мое одно из любимейших событий, связанных с Иисусом Христа, это Его преображение. Там на горе Фавор Христос среди учеников явил свою божественную природу. Его величие, Его славу они видели. И я всегда, честно говорю, вам всегда спрашиваю, способен ли я проявить божественную природу Иисуса Христа в своей жизни? И не только в церкви. В церкви у нас, слава Богу, получается. И часто спрашиваю своей дочки и у жены, видите ли вы мне разность в моем поведении в церкви, в быту, в доме? Они первые эксперты. Я у них на виду, я открыт пред ними. Знаете, есть стих в Библии, как цель для каждого из нас, чтобы мы возрастали в меру полного возраста Христова. И, знаете, когда однажды у апостола Павла вышла ситуация, это люди, которые исповедовали Иисуса Христа, и злой дух взял в удел некоторых людей и через них говорил, «Иисуса я знаю». И Павел мне известен. А ты кто? Или вы кто? То есть, кто я в духовном мире? Представляю ли я опасность для
дьявола? Боится ли его воинство, моей жизни, моего свидетельства? Вы знаете, что если бы ученики Иисуса Христа, первые апостолы, просто говорили людям о Боге, с ними бы ничего не случилось. Их бы приветствовали, их бы уважали, проводили в собрания. Не было никаких бы перекосов. Но они проповедовали Евангелие Иисуса Христа. Они проповедовали жизнь Иисуса, Его смерть и воскресение. И вот тогда у них получались гонения и проблемы и переживания. Знаете, однажды мы с братьями участвовали в такой акции, рассказывали людям о целомудрии молодежи, запреты абортов. И попалась такая суперрелигиозная женщина, как узнала, что мы протестанты, вызвала милицию, приехал наряд, начали там протокол составлять. И тут звонит наш пастор. «Ну, как дела?» Я говорю, «Да вот, милиция приехала, тут разборки». Он говорит, «Ну, хорошо, значит, вы в правильном направлении». Понимаете? Дьяволу не нравится, когда Евангелие распространяется. Он тут же хочет это все закрыть. Понимаете? И когда... Я хочу вам сказать, что все-таки действительно так и есть. За Евангелие Иисуса Христа нужно будет платить цену. Своим временем, здоровьем, финансами. И у каждого разного будет. Но это выход, это жизнь, это победа во Христе Иисусе. Это поможет нам всем Господь. И в это воскресенье главные вопросы. Еще нужно говорить об Иисусе Христе. И делать это надо и с радостью, и с улыбкой, и с уверенностью, чтобы люди увидели, Он говорит правду. У Него это внутри, заметно по Нем это. И потому что я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Ему хвала и слава. Аминь. Давайте мы будем молиться. Да поможет нам Господь. И ревновать о Его силе, о Его славе в наших жизнях. Аллилуйя. Аминь.
Боже наш, Боже праведный, чудный, дивный, превозносим и славим Твое святое имя. Хвала Тебе, Господь наш и Бог, за это доброе время, мирное и спокойное небо над нашими головами. Ты даровал этот вечер, Господи, и мы можем прославлять и почтить Твое святое имя в собрании народа Твоего. Аллилуйя, Господи, посчитаем себя блаженными и счастливыми. Господь есть Бог, во веки слава Тебе, во веки поклонения Тебе, Господь. И в этот вечер прими хвалу и благодарение из уст наших, как жертву вечернюю, Господи, к престолу Твоей благости и милости. Нуждаемся в Твоем помазании, в Твоем присутствии, чтобы искать лица Твое здесь и получить Твою благость для благовременной помощи. Благодарим Тебя и славим воскресший наш Царь, дивный наш Господь. Аллилуйя! Да будем переживать вновь и вновь эту великую радость Твоего воскресения, Господи, радость жизни вечной во Христе Иисусе, Господи, наше дивное искупление. Аллилуйя! Слава Тебе! Благослови нас и помоги быть верными рабами Твоими, Отец, и послушными учениками Твоими ради имени Твоего Святого, чтобы исполнять Твои постановления, Твои заповеди и повеления, и все это делать с любовью, Господи, с радостью во имя Иисуса Христа. Благословляем Твое Святое Имя и молимся с верой во имя Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Воскресил Иисуса, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.
Я хочу свою проповедь начать с этого пасхального приветствия «Христос воскрес!». Занимайте ваши места. Это очень сильные слова и сильное исповедание того, что Иисус Христос, Он живой. В одной из церквей нашего братства во время богослужения, когда шла проповедь, в дом молитвы зашел незнакомый человек, начал вести себя неадекватно, он был одержим и начал двигаться как раз к кафедре, к проповеднику, который проповедовал. И проповедник, который стоял за кафедрой, я не знаю, был ли это праздник Пасхи, или это было обычное богослужение, но у него появились в сердце эти слова «Христос воскрес!». И церковь, она поднялась и сказала «Воистину воскрес!». И этот человек, он просто остановился, развернулся и просто выбежал. И читая Библию, мы знаем, что враг, он боялся этой вести, что Иисус, он живой. И мы знаем, что когда уже с первых дней, с первых часов воскресения Иисуса, когда эта весть дошла до первосвященников, и они узнали об этом, они собрали это совещание со старейшинами, и они сказали воинам, «Найте вам денег, достаточно много денег дали». И чтобы они сказали, что Иисус, Он не воскрес, а что Его украли, что Его украли ученики. Но знаете, ничто и никто не смогли удержать этой вести, и мы также твердо стоим и знаем, что Иисус, Он живой. И празднуя праздник Пасхи, мы в эти дни как-то по-особенному обращаемся к тем текстам, которые говорят об этих событиях, обращаемся к тем текстам Писания, которые говорят о воскресении мертвых, о жизни после смерти. И я также хотел бы сегодня обратиться к этим текстам, вместе с вами поразмышлять. И давайте откроем, это будет первое послание к Коринфянам, 15 глава, и прочитаем с 12 стиха. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Из 29 стиха. «Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствую с том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». До этого места. Это 15 глава послания апостола Павла к Коринфянам. Она начинается с того, что апостол Павел, он напоминает нам Евангелие, которое он благовествовал. И в послании к Галатам Павел, он подмечает, что это Евангелие, оно не есть человеческое. И как Павел пишет, что «я принял и научился его не от человека, но через откровение Иисуса Христа». И мы, как и апостол Павел, мы однажды приняли это Евангелие, мы утвердились в этом Евангелии и спасаемся этим Евангелием, как пишет апостол Павел, «Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете». Когда Бог, Он нашел нас в этом мире, в море греха, где мы погибали, и волны греха нас захлестывали, и Он спас нас,
Это что-то похоже на то, что когда человек тонет в море, его спасают, садят в лодку. Этот человек спасен, но он еще на море. У него еще есть опасность снова попасть под волны. И ему нужно еще преодолеть этот путь, чтобы добраться до берега. И мы, однажды получив спасение, не должны с вами расслабляться. Нам предстоит совершить еще этот путь спасения до берега. И этот путь до берега или путь к небесам – это путь веры в Христа. Это путь следования по Божьему Слову, это путь подчинения Господу, подчинения Его воле. Это путь, когда не только говорить, как нужно жить, а исполнять и жить, так говорит Писание. Это путь упования на Бога, это путь упования на Его обетование, это путь исполнения Его воли и путь послушания. И апостол Павел, напоминая нам это Евангелие, далее он с 3 стиха раскрывает суть этого Евангелия и говорит: «Я и сам принял то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Это суть Евангелия. И центром этого Евангелия является Иисус Христос, Его смерть за грехи людей, Его воскресение из мертвых. И некоторые тексты Писания, которые говорят об Иисусе Христе: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». О Нем, об Иисусе все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него, в Иисуса, получит прощение грехов именем Его. «Ибо нет другого имени под небом», здесь говорится об имени Иисуса, «данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». «Я есть путь и истина и жизнь», говорит Иисус, «никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он, Иисус Христос, есть определенный от Бога судья живых и мертвых. И здесь мы вновь и вновь видим, что Иисус Христос – это центр Евангелия. И далее, говоря о Евангелии, апостол Павел в этой главе, он делает акцент или как-то особенно подмечает о воскресении Иисуса Христа. И он говорит о том, что Иисус Христос, Он воскрес, и Он живой. И он говорит, что Он явился после Своего воскресения Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям одновременно, и из которых большая часть, на то время, когда апостол Павел писал это послание, они были в живых, они были живыми свидетелями. Явился Иакову, всем апостолам. Павел говорит: «После всех явился и мне», называя себя извергом или ставля себя наравне с этими людьми, потому что он говорит: «Я наименьший из апостолов и недостоин вообще называться апостолом, но благодатью Божьим есть то, что есть, и благодать Божья не была напрасна в апостоле Павла». И мы, каждый из нас, мы помним, как однажды мы также встретились с Иисусом воскресшим, как Он нашел нас. И мы были не лучшими людьми, и не в лучшем состоянии мы находились, но Бог спас нас, и благодать Божья, она не была тщетна в нас, и мы уверовали в воскресшего Иисуса Христа, и мы последовали за Ним и знаем Его лично и имеем эти отношения с живым Иисусом Христом. И апостол Павел, он говоря, что Иисус воскрес из мертвых, что это стопроцентный факт, что Он являлся людям, что апостол Павел лично с Ним встретился. Каждый из нас, мы тоже лично встретились с Иисусом Христом. И далее Павел, говоря об этом, он говорит в этом тексте Писания, который мы с вами читали с 12 стиха, и утверждает очень важную мысль для всего человечества. И эта мысль, и эта истина заключается в том, что есть воскресение мертвых. Павел, он столкнулся с людьми, которые утверждали обратное. И мы можем вспомнить, например, саддукеев, это была такая иудейская секта, которые считали, что нет ни воскресения мертвых, что нет будущей жизни. И здесь мы с вами читали, что апостол Павел, он задает этот вопрос: если же о Христе проповедуется, и мы говорим, что Он воскрес из мертвых, то почему некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?
И если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша напрасна, напрасна, тщетна и вера наша. Но дальше он говорит, нет, это не так. И в 20 стихе мы считали, он говорит, но Христос, он воскрес из мертвых. Он утверждает эту истину. Первенец из умерших. И он говорит, что ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И здесь Павел, он говорит, что Иисус Христос, он воскрес, он живой. И дальше он говорит, что есть воскресение мертвых. И я хочу оставить первую, как напоминание, первую из двух центральных мыслей своей проповеди или своего рассуждения. Это, что есть жизнь после смерти. Смерть – это не конец. Смерть – это переход в вечную жизнь. И эта жизнь после смерти – это осознанная жизнь, когда человек, он все понимает, он все осознает. И когда человек умирает, его тело предают земле, а дух и душа, она переходит в вечность. И несколько буквально текстов Писания, которые хотел бы я привести, для того, чтобы в этой истине еще больше и больше укрепилась наша вера. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Здесь Павел говорит о жизни вне тела и его желании водвориться у Господа, о том, что есть жизнь у Господа на небесах. И водвориться, другими словами, это значит, или это слово означает жить, обитать среди своих людей в своей стране, быть местным жителем, быть дома. То есть апостол Павел, он говорит, что мой дом – это не земля, мой дом – это у Господа. В другой главе апостол Павел говорит, «И знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Павел знал человека, который был в раю и видел то место в вечности, где будут спасенные люди после смерти. Послание Филиппийцам 1:23 «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Здесь, опять же, апостол Павел говорит о жизни после смерти и о его желании не просто умереть и на этом все, а быть со Христом, перейти в другую жизнь, жизнь со Христом. Когда Иисус, он висел на кресте, и были разбойники по правую, по левую его сторону, то, обратившись к одному, он сказал, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Эти же слова опять заставляют или приводят нас к размышлению, что Иисус Христос, он говорит, что твоя жизнь, она не закончится здесь просто на кресте. Да, ты умрешь, но ты будешь со мною в раю, есть вечность. Известный текст Откровения, 7 глава, 9 стих, «После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен, и колен, и народов, и языков стояли пред престолами, пред ансом в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках». Иоанн видел вот это множество народа, которые были на небесах пред престолом, пред ансом. Он видел этих живых людей. И в послании Фессалоникийцам, опять же, апостол Павел, он пишет об этой надежде, которую каждый из нас должен иметь, и он снова пишет о вечности, о жизни после смерти. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». И можно было бы еще очень много мест приводить из Священного Писания, которые говорят об этом. И мы твердо знаем и твердо стоим в этой истине, что есть жизнь после смерти, что человек, умирая, на этом все не заканчивается. И зная это, веря в это и твердо стоя в этой истине, что есть жизнь после смерти, я хочу для каждого из нас оставить эту вторую и центральную мысль своей проповеди, которая созвучна с названием моей проповеди, что если мы знаем и верим, и твердо стоим в этой истине, что есть вечная жизнь, что есть жизнь после смерти, то давайте жить, давайте поступать и давайте проводить дни своей жизни соответственно этому, чему мы верим и в чем мы твердо стоим.
И что это значит? Во-первых, для меня что это значит? Это значит жить надеждой на встречу с нашим Господом, с нашим Небесным Отцом. Это значит жаждать и ждать этой встречи с Иисусом на небесах, где, как мы знаем, это текст Писания, который говорит, что Бог отрет всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И слушая, читая свидетельства христиан, я делаю выводы, что ранняя церковь, а также поколение христиан, которые шли перед нами, они жили жизнью ожидания встречи с Иисусом Христом. И это было состояние каждого дня ихней жизни. И принимая те или иные решения в своей жизни, они все эти решения не пропускали через надежду, что скоро придет Христос. Да, от чего-то, я думаю, они отказывались, наверное, больше, чем сегодня отказываемся мы. Но это состояние, в котором они жили, помогало им держаться Господа ближе и ближе. И мне кажется, что сегодняшняя церковь, она, наверное, немножко потеряла это состояние ожидания Господа. И я задаю себе этот вопрос, и каждый из нас, мы можем задать этот вопрос лично для себя и лично в своем сердце ответить, могу ли я сказать эти слова «Ей гради, Господи Иисусе». И этот ответ, который мы дадим лично каждый для себя в своем сердце, он для нас скажет об очень многом. И апостол Павел, живя во времена Иисуса Христа, он жил жизнью ожидания пришествия Иисуса Христа. И опять же, вот в этой главе, которую мы с вами читали, когда там в конце главе он говорит о восхищении церкви, то он говорит: «Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То есть здесь мы видим, что Павел был в числе тех людей, которые ожидали пришествия Иисуса Христа, и он говорит, что мы изменимся. Он был тем человеком, который жил жизнью ожидания пришествия Иисуса Христа. Во-вторых, что значит для меня жить соответственно тому, в чем мы стоим, или что мы знаем, что есть вечная жизнь после смерти. Во-вторых, для меня это значит, что нужно жить и знать, что когда наша жизнь на земле, она закончится, мы предстанем перед Господом. С одной стороны, для того, чтобы получить награду и венец за тот труд и за все то, что мы делали здесь, по слову Господнему. А с другой стороны, знать и помнить, что мы предстанем для того, чтобы дать отчет перед Господом. И апостол Павел однажды к Тимофею, он сказал: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его». И это слово, оно должно нас вдохновлять и должно нас утешать и ободрять, что для нас готовятся эти венцы правды, не только для апостола Павла, но для всех возлюбивших явление Иисуса Христа. Но с другой стороны, мы должны помнить, как Иисус однажды сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Опять же, апостол Павел, которого мы сегодня очень много цитируем, он говорит в 5 главе 9-10 стих: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Чтобы каждому получить доброе или худое. Римлянам 14:12. «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Достаточно строгие и серьезные слова, записанные в послании к римлянам, через которые сегодня Бог говорит для каждого из нас. Каждый. Не только брат и сестра, которые сидят справа и слева от меня, но каждый. В первую очередь я дам отчет перед Богом за себя, не за другого человека, не за ближнего своего, не даже за родных и близких, а отчет мы будем давать лично за себя, за свое хождение перед Богом. И отчет мы будем давать не человеку, которому, как многие могут где-то солгать, утаить какую-то
правду, сказать неправду, но отчет мы будем давать Богу, который знает все и от которого мы не сможем утаить ничего и ничего мы не сможем скрыть. И все это как получение венца и как отчет перед Богом, который нам предстоит дать однажды, все это должно приводить нас в какой-то Божий страх, в какое-то состояние благоговения перед Богом, в состояние и в желание жить святой жизнью, жить по Слову Божьему, быть Ему послушным и быть Ему угодным. И как хотелось бы, чтобы все это мы делали, о чем я сказал, жили святой жизнью, жили жизнью послушной Богу, жизнью упования на Бога, не из-за какого-то страха, но из-за любви. Чтобы это состояние благоговения перед Богом, хождение в истине, это не было из-за того, что это нужно, из-за того, что это сказали, или из-за того, что если я так не буду делать, я попаду в ад. Но чтобы это было желанием нашего сердца, чтобы это было желанием нашей всей жизни, что я просто не могу по-другому, а только так. Поэтому апостол Павел в этой 15 главе послания к Коринфянам, он и задает этот вопрос и говорит, для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям. Павел говорит, для чего я подвергаюсь даже не ежедневно, а ежечасно каким-то бедствиям, страданиям, для чего все я это делаю, для чего, как он там пишет чуть ниже, я боролся со зверями в Ефесе, зачем мне это вообще надо было, зачем я это делал, для чего Павлу нужно было терпеть столько трудностей в своей жизни, и в одном из посланий он пишет об опасностях, с которыми он сталкивался, что он был в нужде, он был в темнице, он был в болезнях, в опасностях везде, где только можно было, и в дороге, и везде. И для чего, Павел, все это ты терпел? Если нет жизни после смерти, если это все напрасно, если нет жизни после смерти, то все, что ты делал, получается, это напрасно. Станем есть, пить, ибо завтра умрем. Но нет, Павел не думал так и даже не допускал такие мысли, но он все это совершал, зная, что есть вечная жизнь, и понимая, что однажды, когда он переступит порог этой жизни, он предстанет перед Богом, и он делал все так, чтобы получить эту награду. И он делал и поступал так, что когда он предстанет перед Богом, чтобы дать отчет, чтобы он не опустил свою голову, но чтобы с дерзновением, подняв свою голову, он мог сказать перед Богом и дать этот отчет и услышать эти слова, которые прозвучат к нему, добрый и верный раб. Поэтому апостол Павел, он и говорит, не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Павел говорит, что моя жизнь – это не пробежка. И Павел говорит, что моя жизнь – это бег, потому что я бегу, и я хочу пробежать так, где-то от чего-то воздерживаясь, от чего-то отказывая, что-то терпя в своей жизни, чтобы однажды, когда я предстану перед Богом, я мог получить этот венец. И поэтому очень сильно понятны слова, которые заканчиваются, это 15 глава. Эти слова, которые сказал апостол Павел, «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечестен пред Господом». Эти слова, они звучат в контексте именно тех размышлений, о которых Павел говорил в 15 главе, это о воскресении мертвых и о жизни после смерти. И в контексте этих мыслей, этих размышлений он говорит, «Преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечестен пред Господом». Другими словами, Павел говорит, все, что вы делаете для Господа, следуйте за Ним, это нечестно, потому что ваша жизнь, она здесь не заканчивается, и она продолжится в вечности, и от того, как вы проживете свою жизнь, зависит ваша будущая жизнь. И тема моей проповеди, которую я говорил, она так и называется «Живи достойно Бога». И однажды апостол Павел в послании, когда он писал послание к Колоссянам,
Он написал им такие слова, он говорит, я не перестаю молиться о вас. Он говорил к этим людям, которым он писал в Колоссах, говорит, что мы не перестаем молиться и просить. О чем же молился и просил апостол Павел с другими людьми? Чтобы, это 1 глава 9-10 стихи, чтобы поступали достойно Бога. Апостол Павел молился, чтобы те люди, кому он адресовал это послание, чтобы они поступали достойно Бога. И жить достойно – это значит, когда твоя жизнь, она имеет какой-то вес. Это значит, что когда однажды, когда Бог возьмет твою жизнь в свои руки и положит ее на весы, то эта чаша, на которую будет положена твоя жизнь, она очень сильно низко опустится под весом твоей жизни, которая будет наполнена добрыми делами, сильной верой в Бога и праведным хождением перед Господом. Поэтому, празднуя праздник Пасхи, размышляя о тех событиях, которые произошли когда-то, исповедуя, веря в то, что Иисус Христос, Он воскрес, стоя твердо в той истине, в которой мы стоим, что есть жизнь после смерти, что есть жизнь у Господа к тем, кто верен Ему, мы должны помнить и эту истину, что нам нужно жить соответственно так, чтобы когда мы предстанем перед Богом, нам быть с Ним и нам было что сказать. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы однажды мы могли услышать эти слова, которые я уже цитировал, «Добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». Давайте мы поднимемся и помолимся Богу. Отец наш Бог, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что Ты сделал в нашей жизни. Мы благодарим, что однажды, Иисус, Ты пришел на эту землю. Господь, Ты спустился с высоты небес, оставив славу Небесного Отца, хоры ангелов, и пришел на эту землю, чтобы умереть за каждого из нас, чтобы умереть за меня. И Ты пришел не просто на эту землю, но Ты пришел в жизнь каждого из нас. Ты пришел лично в мою жизнь. И мы однажды, как и многие люди, которые встречались с Тобою, после Твоего воскресения однажды мы встретились с Тобою, как и встретился апостол Павел. И мы знаем, Господи, и мы верим в это, что Ты, Господь, живой Бог, потому что мы каждый день, Боже, переживаем эти отношения с Тобою. Мы слышим голос Твой, мы видим, Боже, Тебя в своей жизни, Господь, в своих делах, в своей жизни, Господь, и Ты говоришь к нам, Ты ведешь нас, Дух Святой. И мы благодарим Тебя, Бог, за ту победу, которую Ты одержал. Благодарим за Твое воскресение, что Ты воскрес из мертвых, и смерть, она не смогла удержать Иисуса Христа, и Бог, Он расторгнул узы смерти. И мы празднуем эту победу Иисуса Христа, и мы провозглашаем эту истину. Господь, и помоги, чтобы церковь Твоя, это была та церковь, которая будет распространять эту весть, Господь, о том, что Ты живой по лицу всей земли, Господь, начиная от Иерусалима, от своего дома и до края земли, возвещать еще многим и многим людям, что Ты воскрес, и однажды каждый человек, каждое колено, Господь, оно преклонится перед Тобою, перед именем живого Бога Иисуса Христа. А нам, Господь, как познавшим Тебя, Господь, Церкви Твоей, дай помнить, Боже, какова должна наша быть жизнь, что мы живем не просто жизнью, которая однажды закончится и все, но мы живем жизнью, которая продлится, Господь, после нашей смерти. Мы будем стоять перед Тобою, и мы будем давать Тебе отчет, мы будем получать эти награды и венцы, Господь, и пусть наша жизнь, она будет достойной жизнью. Господь, благослови каждого из нас в этом. А мы благодарим Тебя, Боже, за Слово Твое, за это служение, Господь, что Ты так много, Господь, многообразно сегодня говорил для каждого из нас, Господь, через Слово Твое, через участие детей, Господь, через проповедь, Господь, через пение, Боже. И пусть все это, Боже, оно останется в нашем сердце с одной лишь целью, чтобы нам это исполнить в своей жизни. Благослови наш расход, когда мы пойдем с этого места. И пусть Твоя благодать, она прибудет со всеми нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа
да пребудет со всеми нами. Аминь. Также сейчас после служения еще в Теологическом институте, 325-я аудитория, будет молитва для всех желающих. А для служителей 4-го региона будет собрание в малом зале. Пусть Бог благословит.